Приветствую зрителей канала и подписчиков. Сейчас провожу эксперимент, сколько войдет в автомобиль. Я его сегодня целый день, несколько дней пытался разрядить. Наконец-то удалось, и то мне надоело. 4% последних досаживал печкой. Где-то за час наконец посадил эти 4%. Но изначально, когда было около 1%, вот здесь была черепашка. Сейчас черепашка исчезла, и как бы, наверное, ехать могу нормально, но как-то странно. То есть я могу спокойно сейчас поехать вперед, поехать назад, но черепашка гореть не будет. Кто знает, пишите в комментариях, интересно, почему так. Ну, сейчас у нас вот по нулям. Я очень интенсивно ездил, и получилось, что около 19,7-20 киловатт – это максимум, что может потреблять этот автомобиль при вот сейчас 15 градусов, днем было 12. И так вот все это время, сколько сейчас по километражу я ездил, он выходит, что потребляет около 20 киловатт. То есть у меня превысить больше 20 не получилось. Было 21, но при этом обратная откатилась и где-то 19,7 показывает. То есть таким образом, то есть максимум, который у меня удалось выдавить, это 20 кВт при очень интенсивном вождении. Так, ну-ка проверим еще раз. Если сесть в автомобиль, завестись, черепашку покажет. По нулям черепашки нету. Так, а ну-ка, что у нас? То есть вот видите, девятнадцать киловатт, 19 последние. То есть вот больше у меня не получилось. То есть больше 20 киловатт она по факту в такую температуру не потребляет. Это здорово, конечно. То есть 300 километров она точно проедет вообще. Это если ездить как сумасшедший, как я ездил. Так, ну пойдемте поставим на зарядочку. Фары работают, все работает. Будем проверять этим счетчиком. Пришло утро, машинка наконец зарядилась. Посмотрим, что у него влезло. Так, этот показывает 74. Здесь, наверное, в приложении надо глянуть. Да. Посмотрим в том приложении. Как и обещал приложить скриншот с приложения, видим 98,27 киловатта. Но необходимо отнять 20,7 киловатта. Это то, что я до этого заряжался. И увидим, что у нас 77,57 киловатта зашло. Но это грязными. Необходимо отнять 10% потерь. И получим 69,8 киловатта. С учетом всех уже потерь. Вот минус в чем? Непонятно, зарядилась она или нет по автомобилю. То есть для того, чтобы понять, так тоже этот автомобиль ничего не показывает. Сели мы, тоже ничего не показывает. Заводимся. Что мы видим? 475. Вот теперь понятно, что зарядилась. В этом минус.